На ваших радиоволнах станция Наймит-ФМ и передача по вашим заявкам. Редакция нашего радио поздравляет Александра Борисовича Федорова с временным восстановлением его любимой группы, так называемой «Клоаки», и ставит песню, с которой начинается каждый день этого доброго человека. Вы паршивые подонки, хамы, свиньи, дураки, омерзительные гады, имбецилы, бандюки, гниды, сволочи, уроды, негодяи, подлецы, сбились в целые народы, растопырившись пальцы, сбились в целые народы, растопырившись пальцы. Тупорылые скотины, отвратительная мразь, вот бы знать, откуда гадость эта мерзкая взялась, вот бы взять всю эту сволочь, в кучу гнусную собрать и пульнуть побольше бомбу в эпицентр твою мать, кинуть ядерную бомбу в эпицентр твою мать. Сволочи, уроды, негодяи, подлецы, сбились в целые народы, растопыривши пальцы, сбились в целые народы, растопыривши пальцы, чтобы все там разорвало, чтоб руины, дым и гарь, чтобы больше не воняло, эта мерзость, эта тварь. А надо все мордоворотье поскорее закопать, чтобы гнусное отродье не мешало людям спать, чтобы гнусное отродье не мешало мирно спать. Ты, конечно, самый добрый в этом мире человек, и, конечно, наши морды не полюбишь ты вовек. Только нас, подонков, много, а хороший ты один, так что не пыхти у Бога, а то мы тебе в глаз дадим. Так что не пыхти у Бога,